связи. Вот, все подряд было несколько звонков, и когда я говорю, у меня через минуту, через две, через три, вебинар, мне говорят, ничего, я быстро, и начинают рассказывать о своих проблемах. Это нормально, это по-русски. Вот, но я извиняюсь, краснею. Ну, давайте теперь о деле. Итак, 229-й вебинар, 6-й год. Значит, поздравляем. Знаете, почему я все время подчеркиваю такие вещи? Потому что среди нас ученых раз-два и обчелся. Вернее, не так. Среди нас ученых раз и обчелся. Так, я посмотрю. Мою физиономию видно? Видно. Значит, с чем мы ее поздравляем? Единственный ученый среди нас. Вот. Международная научно-практическая конференция молодых ученых. Диплом первой степени Елена Александровна Савинич, которую вы хорошо знаете. Вот. Доклад, изменчивость, она, благодаря докладу, изменчивость параметров плодов и урожайности сортов абрикоса Буктен. Догадайся одного раза, где она делала эту работу. Вот, и вот ее первые успехи. Обратите внимание на это, на это, на это, на это, на это. Вот, знаете, меня все время брат ругает, все некоторые сильно злой, сильно много негатива. Хотите, я сейчас пошучу. Вот эта девушка, Елена Александровна Савинич, так, у нее есть руководитель Матвеева, значит, там, почетная, заслуженная, вот, один из руководителей университета имени Решетнева. Вот, она ее научный руководитель. И когда я ее фотографировал, таких фотографий больше, она тут с фотоаппаратом, тут, то есть с этим, с камерой. Нет, как-то, с телефоном. Вот, я взял и решил пошутить, приколоться, вот так. Значит, получила первые результаты. Вот, это мое фермерское хозяйство. Это значит, Красный хутор. Значит, мы с ней вместе работали, выращивали, и она, представляю вот эту картину, да, этого года. Вот, я представляю такую картину. Набирает Матвеева и говорит, шеф, задание выполнено, вот, абрикосы выращены. Вот примерно так. Поняли, да? Ну, я не мог не удержаться, это моя внучка. Валерия Железова. Вот. Она взялась, подрядилась помогать Елене Санне, потому что вот эти вот, мы с ней садили вот эти абрикосы. А это ее тоже входит в ее отчет. А Валерия, чем я ее боготворю, она единственная из детей, которая говорит, я буду садоводом. Точка. Я буду садоводом. Этим, поэтому она мне самая любимая. Вот. Ну, Елена Санна, значит, готовить свою работу, я уже с счетом сбился, сколько у нее научных работ. Вот. Ну, теперь мы еще к ней вернемся, к Елене Санне. А пока поздравляю с дипломом. Скоро я уже некогда будет их вести дипломы. А из-за Елены Савинич. Поздравляю ее. Еще раз диплома. Значит, вот это, кто помнит старые публикации мои? В городе Абаза, 8 гектар, 6 миллионов тех хороших, тех еще денег было освоено. Вот. Директор завода звонит на Урал, говорит, я пригоню, а он директор завода, город Абаза. Вот. Я пригоню машину, вот. Саженцы мне это отгрузите. Нет, только посылками. Ну вот я всегда говорю, наши люди, ну не умницы, но он директор завода. Понимаете? Серьезнейший мужик купился на эту самую. Ну хорошо, шлите посылками. Поняли, да? Вот. Прививка почкой. Почему я вернулся в Савинич, сейчас поймете. Учеба, ребята. Прививка почкой, та же Кулерока. Это тот самый, я вам дважды показывал, тот самый директор, этот, доктор наук, который лучшего саженца найти не мог, чтобы показать, как он сейчас их будет гноить. Так что гноить это другая тема. Но главное вот это качество, вот это вот, да? Вот. Теперь давайте смотреть, чего я клоню.
Елена Александровна, вы знаете себя? Вот. Этому Сарису второй год. Это я прививал. А вы обматывали. Ну-ка, вспоминаем. Смотрите в глаза. Помните? Это наша совместная работа. Вот. Ну, потом я покажу фотографии, где вы прививали, а я обматывал. Но в данном случае, допустим, я почему сравниваю? Это школа Железова. Сергей Железов, сейчас поймете, к чему я клоню. Ранние прививки, бутылки, день идет за два, все правильно? А потом показывают это чудо. Это его сестра, Даша, да? Тогда она была еще сопливой девчонкой. Так вот, сейчас объясняю, как эти абрикосы вырастают такие за лето. Поверить трудно, но придется. Значит, если брать вот так, это прививка в двухлетний штамп. Двухлетний. Вот. Прививка за столом. Но зато посмотрите, какие корни. Помните, как было приказано корни отрезать? В книге рисунок, и все вот эти корни протрезаны. Слушайте, ребята, я говорю, не буду про негатив. Второй день подряд. Клянусь Богом, что несколько минут назад в программе «Усадьба» за 5 минут до начала вебинара так, было показано следующее. Представьте себе саженец. Вот такой, значит, но мягкий этот. Мягкий. Как он называется-то? Ну, не горшок, а получается емкость, в которой прямо в земле он рос. Кладет на бок и говорит, сейчас берет лопату и от днища, вот так вот параллельно днищу, вот столько лопаты, хлещ по корням. Ёх, у меня все же подпрыгнул, хватает и оба раза проворонил этот момент. Верьте на слово. И что при этом, люди калечат, а она стоит рядом и учит. Знаете, что она сказала? Она сказала, корни пышнее будут. Росли, росли, аккуратно, в этом самом. Корни будут пышнее. Вот так вот. Опять негатив. Ну ведь меня-то сейчас увидят там, сегодня до конца передачи 50 человек, через месяц будет 500 человек. Ну, где-то попадет в Яндекс, еще куда-то, ну, тысячи, а ее-то миллионы. Ну, что же это такое, а? И опять корни лишние. А я говорил, не буду про негатив. А как промолчать про такой случай? Ну, давайте про положительное, смотрите. Итак, есть лучная капулировка, это уже в чужие, то есть на своих докладах уже Елена Александровна Савинич проповедует лучшую капулировку, как лучшую, уже не вот эту, где она там, не вот эту подлость, и не эту подлость. Вот. Спасибо. Приятно было почитать твой доклад. Раз. Теперь, откуда берутся такие? Это учеба. Итак, многие, значит, проворонят, не успевают. А по двое обычно за первый год вырастают такие, вот как Даша, с ее. Это так. И мы прививаем. Получается, ну если взять, допустим, ладно, чуть позже, если взять, допустим, однолетний, то получается, опять же, с ее рост. То есть он был метр, мы почти у самого корня, ну то есть у прям корневых шейков вживили побег, а он же не может встать, это, выше головы прыгнуть. Это надо учитывать. У подвоя есть свои характеристики, сложившиеся, они же тоже разные. Меньше, больше. Некоторые сразу кустом идут. Вот так сразу, вот буквально, уже прививать негде. Люди жалуются. Вырастил мои косточки, а они вот так пошли. Но это другая тема, и это надо разгадывать, почему. Это потом. А сразу что хочу сказать. А вот тут вот они успели, а я еще на заводе работаю. А у меня это самое, помощник Сергей появился, вот он, да. И давай я его учить. Думаю, надо это, в конце концов. Я не молодею, и научил на свою голову. Он берет, прививает на двухлетний подвой. Ну, я это освоил еще до него, но я горжусь его работой. Сейчас поймете, почему. Второй способ – это прививка в расщеп. Где он там, я прививаю? Вот. Это прививка уже. И получается двухлетний подвой
совершает чудо. Вот это называется ментор. Я не говорю, что он меняет все характеристики привоя. Но привой на двухлетнем подвое... А, корни видели? Видели? А тем более, что большая часть работы где? На коленях. Сколько я угробил свои ноги. Мне потом операция в 100 тысяч обошлась. Вот только вот за эту позу. Вот. Но зато я добился вот этого, а поза мной Сергей вот это добился. Это его работа. Вот. А Дашка только этой и работает, как ее. Моделью или как-то. И вот результат. За 2 года мощный саженец, привитый у земли, вот таким способом, дает вот такие саженцы. Ни один, ни два. Вот тогда я обучил, а я еще не сказал, почему я вдруг Сергея вспомнил. Сказал, ну, при чем тут он? Похвалили за диплом нашу даму. И я тут вспомнил следующее. Значит, приезжаем мы, есть вещи, я не помню, тысячи дней не помню, но один день я помню. Вот этот. Значит, он берет, у меня же быстро, 2 движения, готово. Я не успеваю даже руки, без перчаток работаю. 2 движения, готово, вставляю, а на соседнем ряду он работает. Смотрю, ушел в дом, нету, да что ж такое нету. Приходит с такой тарелочкой. Ну, есть же мозги у парня. Весь папу. Взял и это. И заранее, ну, примерно так же, настругал. В воде, заметьте, не портится. Видите, это называется смачивание. Вот. Из 10 изданий, 8-9, про то, что надо смачивать, в крайнем случае языком облизать, или просто смачивать там раствором, там сахарной водой, там дождевой водой, там этим медовой водой, да чем угодно. Про это ни слова. То есть те, кто учат, они этого сами еще не знали. А значит, и вам передать не могли. Вот такие учителя. А здесь, получается, он взял, сам догадался. Я его за это очень зауважал. Ну, а теперь посмотрите на этого мужика, сейчас поймете, о чем речь. Это, кстати, знакомьтесь, это семья Железов. Вот это вот Саша Железов. Саша Железов. Вот. А угощаете, знаете, чем? Это Квинти, это то, что с Украины привез. А, земляк, который сказал, что я глупостями занимаюсь. Вот. Но это он сгоряча, он, видимо, про меня ничего не знает, а где-то в споре. Просто кто-то на меня сослался, ну, результат. Приходит, видите, прочтите статью, посмейтесь сквозь слезы. Вот такие вещи я получаю. Вот видите, внизу. Значит, закончится вебинар, может, уже завтра. Почитаю, посмеюсь сквозь слезы. У меня уже нервы не выдержит, когда я читаю, как надо уничтожать деревья. А потом эту злость вам передаю. И вот получается Квинти. Так, это тоже Канада. Вот, великолепная. Великолепный сорт, слаще уже, ну, это если взять первую тройку, пятерку, вот один из них. Почему я это все говорю? Потому что, во-первых, у нас имеем уникальная коллекция, раз, дальше, еще не все. Где-то я вот это вот было, Елена Савинич, это где-то не ко мне, а где-то я скопировал, откуда-то, комментарий где-то. Одним из важных своих достижений в области садоводства считаю прохождение научной преддипломной практики у садовода-опытника Железова. Вот. После этой практики сознание мое перевернулось и на место уже не встали. Видите, почему я ценю? Ну, хоть одна, хотя бы одна ученая. А значит, сады в Сибири будут, и в России тоже. Подпись Александра Савиньевича. Еще не ради чего я это все говорю, я еще не сказал. Итак, одно из его выступлений имело это самое... Чуть не сказал, наглость, совесть, или как там, вот, выступать в Москве, в Мичуринске, да? И давайте посмотрим, это учеба, еще не все сказал, итог не подвел. Особенности сибирской технологии, вспоминаем, подвой абрикос манчжурский, слива китайская, уссурийская груша, сибирская ягода яблони. Это вот экран, вот она выступает, видите? Улучшенная копулировка, помните выше фотографии? Но она же не написала окулировка. Прививка в основании штамба. И только нижним фрагментом черенка. Вот это вот. Нижнее то и нижнее то. Это основа, основ. Это еще раз. Вот. Вот это
и вот это. Ну. А все, что как-то выше тут, выше там, не говорю, что будет обязательно урод, но качество уже будет не то. Идеальный случай найден мной практикой, потому что я кто? Садовод-опытник. Опыт. Вот. Она мне поверила. Еще не все сказал. Дальше. Ранняя прививка. Видели бутылки, видели снег тает. Посадка на холмы. Мы это 100 раз проходили. Полив только питомники. Но, еще раз, вот здесь вот, Елена Александровна, маленькое, да, не замечание, нет, не это, уточнение. Особенности сибирской технологии и селекции. Селекции, то есть, наше дело отобрать, а у других уже легче будет. Вот, то есть ранняя прививка это касается, а люди, человек получит готовый саженец. Не его головная боль. А вот посадку на холм он должен знать. А полив не полет, ни хрена не случится. А так, зимовка, питомники – это гарантия качества, потому что никогда питомники у нас не погибают и даже не подмерзают деревья. Это на тысячах примеров, на тысячах, это значит, что мы имеем самые морозостойкие, на которых потом вспомним, что вырастает, там сотни фотографий. Вот так вот. Естественно, задеревенение – это, конечно, святое. Вот это, и теперь расскажу, Лена Александровна. Если когда-то у вас диплом за дипломом, вот, и вы сейчас поедете в Екатеринбург, опять светиться будет. Я жду, надеюсь, мечтаю, хотя в нашей стране таких, боюсь, что не мы не нужны, я имею в виду там Макарова, там Мезенова, Алексейка, Железова, там, допустим, Чернобаева, мы не нужны. Но пока не видно, что вот такие, как ты, не нужны. Но нужна команда. Твоя команда, Лена, дочка, это те, кого я перечислил, начиная с Сергея. Почему? Представим себе, что тебе дают Тимирязевскую академию. А такое бывает как? Один раз в жизни, если у кого-то где-то однажды скажут, да ребята, какому-нибудь крупному начальнику, от которого все зависит в стране, да есть такая команда, есть, она готовая. Дайте Тимирязевку. И этот сатый, чтобы его не продавали окончательно под эти, как их называют-то, гипермаркеты и гостиницы, чтобы не продавали землю. Вот это отдать, и посреди Москвы вырастет чудесный. Невозможно не вырастет, невозможно. Вот это вот, вы поймите меня, я же уже не ругаюсь, это у меня за ругань, да? Брат, ты уже не будешь меня ругать за вот это, за такую мечту, за призывы. Ну, ведь это все может. Там легче вырастет, ладно бы труднее, да? Допустим, ой, там еще холоднее, чем у меня в Шушинском районе. Нет, там легче, а? Вот это я имел в виду. И удастся проникнуть туда. Нету таких ребят в науке сейчас. Почему? Еще раз объясню. Это невозможно для молодых ученых. Можно знать все. Можно не только чем песик от тычинки отличается, но можно знать все эти самые, все гены ДНК. У каждого сорта и даже гистохимию. Можно. Но только, это я по себе знаю, тысячу за тысячи прививок сделав, только тогда получатся результаты. Потому что одна из причин является неудач не биологическая несовместимость, это само собой. Я как тему подготовлю, у меня много фотографий. Что такое биологическая несовместимость? Вот. А обыкновенная механическая совместимость. И вот тут нужны такие руки, такие руки. И вот только тогда, и плюс биологическая совместимость, само собой, потому что столько вместе с этим материалом. Это вот здесь, у нас, в Красном хуторе. Вот. Вот это все забыть, отменить, как страшный сон, да? Вот. И весь этот материал, весь, начиная с косточек, а потом уже кончая и этими маточными деревьями, все это должно переехать ту же Тимирязевку. Ну, в крайнем случае, Мичуринске, там тоже. Вы же видели, что это самое, что на рынке у участников, я не вижу никакой разницы в качестве этих плодов. Вот это хотел сказать. Нужно за собой тащить команду. Вот. Я даже представляю, вот ладно, где-то там услышали, где-то с неба кто-то шепнул, забирайте Елену Санну.
будем двигать науку. И назначат тебя зав. Отделом, допустим, в одном случае, зав. Кафедры в другом случае. И даже зав. Кафедры, даже там, где обучают студентов, если не будут студенты работать руками, а кто их научит работать руками? Это целая наука, это не. Помните выражение? Столяр супротив плотника. Поняли как? Столяр супротив плотника. То есть это разные эти вещи. А тут получается, значит, прививальщик супротив уже столяра? Да. Столяр против плотника, а прививальщик супротив столяра. Вот так, поняли меня? Надеюсь, поняли. И тогда получается, возьмут, скажут, ну, юное дарование, это сразу это подсиживать начнет, сразу говорить это самое. Не к нашему, как там дальше, забыл, как, даже обидная есть пословица, вот, не к нашему крыльцу. И вот получается, что команда нужна, и тогда можем Москву перевернуть. Можно. Было две попытки. Значит, мы с Курдюмом книгу написали, издали 10 тысяч экземпляров. Курдюм у меня поздравил, а он Тимирязев сказал, все, свершилось. Теперь наука пойдет другим путем, мы сделали это, подвиг. Ни хрена. Где эти 10 тысяч книг? Их прочитали, посмотрели, лежат где-то. Вот. Переломить ситуацию не смогли. Это один случай. Мои лекции, это Александр Алексеевич Ребрик, главный редактор, вы на всех моих лекциях 6 дней пробыли. Вот, в Москве. И что? Железо в Москву на уши поставил. А оказалось, что на другой день все было забыто. Ну ладно, ну кто-то поехал в Чехию, кто-то в Израиль, кто-то в Прибалтику, на Украину, Беларусь, Казахстан, съезжались на железо. Вот. Ну что такое участники? Никто это, погоды не делает. Вот. Среди нас нет ни олигархов, ни министров, жалко. И вот теперь понятно, да, закончил эту длинную речь. Нам нужны, вам нужна команда, если вдруг удастся прорваться. А пока езжайте в Екатеринбург, очередная ступенька. Вот. Ну, а Сергей завтрашний день начинает прививки. У нас вчера, позавчера было -10-15. Вот. Позапозавчера и днем было -10-15. Сейчас ночью еще морозы, на днем уже к нулю. Вот как час вы видите вот это. Вот сегодня какое число? Ага, сегодня 3. Вот сегодня такой у меня питомник. У Сергея, вернее. Завтра он начинает прививки. Поздновато, но что делать? Зима задержалась. Вот такая 40-минутная речь. Зато я высказал все, что думал. Все, что хотел. Ну, Сашка, может, станет садоводом. Успеть бы вырастить детей. Вот. Ну, желаю удачи, дочка. Еще раз поздравляю с очередным дипломом. Вот. Скоро места не будет на стенках.